Привет, ребята, это Даня Зевс и продолжаю свой видеоблог. Дед Мороз, Даня Зевс. Что хочу вам рассказать? Ну, сейчас у меня проходят тренировки, сегодня 13 число 12 месяца. Суббота мы тренируемся с ребятами, прошла у нас теория. Сейчас перерыв, после перерыва у нас будет практика, где ребята будут соревноваться между собой. Мы поделились на три команды. Команда победителей будут играть завтра с командой победителей завтрашнего дня. Команду победителей ждут некоторые призы. Также эту команду я потренирую к чемпионату Зевс Кап, сделаю несколько тренировок, проведу. И, собственно говоря, на этом мы закончим в этом месяце. Скорее всего, тренировочный процесс, групповой тренировочный процесс, останутся только ученики индивидуальные, которые брали тренировки, буду их дотренировать и, соответственно, конечно же, буду сосредотачиваться на командных действиях, на командной игре и при этом также, скорее всего, уже где-то числа 23-24, надеюсь, что у нас начнется уже каникулы, те самые зимние каникулы. Но перед Новым годом есть два приятных события. Первое, конечно же, приятное событие. 30 числа, ребят, мы разыграем с вами планшет, который вы уже все прекрасно видели. Galaxy Tab 4 Galaxy. Розыгрыш, в принципе, присутствует. Вы можете поучаствовать в розыгрыше. Вся информация есть в группе ВКонтакте Zevs Cyber School. Ну, а второе приятное событие, которое мы решили сделать, так как было очень много просьб, и действительно, недавно я был в своей школе, я снял много интересного видео оттуда, и скоро я выложу к себе на YouTube канал, и, соответственно, в школе я увидел, какое большое, огромное количество фанатов, и действительно были очень теплые эмоции, очень было приятно. Ребята фотографировались, брали автографы, и мы просто болтали о разных нюансах, и о жизни, и о Counter-Strike много пообщались. Я сказал о том, что вам вообще будет интересно, вам бы хотелось бы так вот увидеться, задать какие-то вопросы и просто провести как-то время. Они очень отреагировали положительно, и при этом я читаю много комментариев, то, что много народу хотели бы, да, вот встретиться вместе. И, соответственно, для этого мы решили сделать автограф-сессию. Она пройдет примерно 28 числа. На ней, значит, будут, конечно же, и розыгрыши, и будет классная атмосфера, будет профессиональный фотограф, будет прикольный стенд. Все мы это дело подготавливаем уже. При этом будет стоять микрофон, у каждого будет возможность задать какие-то определенные вопросы мне. Будут много призов разных, и, соответственно, вот мы уже определились, в принципе, с местом. Скоро будет об этом афиша, и вы всех, у кого будет желание, всех я жду, всех приглашаю. Будет здорово. Собственно говоря, вот такое вот событие, которое нас ждет. Также, что касается ближайших игр, то в ближайшее время у нас будут много интересных игр. Я уже говорил, что у нас будет игра с Эпсилонами. Также я говорил о том, что у нас есть другая лига, на которую мы собираемся вот играть, по-моему, с завтрашнего либо с послезавтрашнего дня. И, соответственно, вы увидите нас, как мы будем жестко браться. Надеюсь, будете за нас болеть и поддерживать. Что же касается подготовки, то сегодня мы собираемся вечером, будем отрабатывать раскидки, будем отрабатывать командой новые тактики и будем работать над тактической частью вместе с командой. После того, как мы это все проработаем, я вам все расскажу, как это было и что, чем мы занимались. С вами был Даня Зевс. Я всех люблю, всех целую. Ребята, пока, хорошего настроения. Шу, йоу. И пожестче, немножко пожестче, хорошо? Ты чё, шапку убрал? Убрал, сука, я сказал, убрал. И так, знаешь, хуч, хуч, ха! Ха, право. Хорошо, да?